«Богатырская наша сила». Под таким названием прошел литературно-поэтический марафон в детской библиотеке. Обычно мы такой марафон всегда проводим ко Дню Победы. А в этот раз решили провести к Дню защитника Отечества. Мы в этом году очень активно стали работать с детскими учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями нашего города. И откликнулись практически все дошкольные образовательные учреждения. 215 мальчишек и девчонок прочитали стихотворения, посвященные Дню защитника Отечества. Я рассказывал стих Владимира Орлова. «Брат мой в армию идет. Почему играют марши? Улыбается народ, потому что брат мой старший нынче в армию идет». Я дарю стих своему старшему брату. Все участники получили подарочные сертификаты на покупку канцелярских товаров.